Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем играть в Айзека. Так, начнем сегодня с челленджа, пожалуй. Я надеюсь, что я не засну нафиг на стриме, потому что я спал сегодня 6 часов, наверное. Fireworks Show, чем бы это ни было, давайте попробуем. Да, важная информация в самом начале стрима, я скажу это сейчас, я буду говорить это по ходу. Что такое? Серьезно? А, понятно. Скучный долгий челлендж. Блин, серьезно? Мне вот так надо будет зачищать уровни? Да. Весело, блин, как на похоронах. А, важная информация. Важная информация состоит в том, что... со следующей недели, со следующего четверга стримы будут идти раньше. Стримы переносятся на более раннее время. Слушайте, нет, давайте оставим этот челлендж. Я думаю, блин, я посидеть успею, пока его пройду. Он, блин, не работает. Ну, в смысле, он работает, но твою мать, ну что такое-то, а? Давайте попробуем другой челлендж. Вот, хотя бы стрелять можно. То это какой-то просто хренопад, блин. Я ненавижу такое. Стримы будут перенесены на 15:00 по Москве, я думаю. Это даст возможность мне... Во-первых, я буду раньше вставать, что уже неплохо. Во-вторых, это даст возможность мне стримить дольше, если я этого захочу. Это не значит, что все стримы станут автоматически дольше. Но это значит, что если я захочу стримить, скажем, 7-8 часов, я смогу это сделать, и людей тут гораздо больше будет, потому что будет, скажем, не там 10-11 часов по Москве, там, а часов 8 всего. То есть, что уже неплохо. Вот, но это только в теории, это будет только на следующей неделе, пока что все по-старому. Такие дела. Конечно, это перекроить немножко расписание, но что ж делать? Нельзя привязываться к чему-то одному. Так, мне нужен ключ, наверное. Ну, знаете, зачем мне ключ нужен? Зачем мне нужен ключ, если у меня есть... Если у меня есть ключ? Блин, никак не пойму, они пролетают или не пролетают? Это пирсинг дэмэдж или нет? Ну, ладно, давайте к боссу. О, нет, не пролетают, очевидно. Если бы пролетали, то тогда у меня бы этот бой длился меньше, потому что пролетающие сквозь него прожектайлы носили бы ему урон по всей длине. Так, это size up, speed down. Наоборот, speed up, size down. Ну, кто со школы не приходит, будете приходить ближе к концу стрима. Под всех все равно не подстроишься, так что... Тут уж как бы из двух зол, как говорится. То есть, какие-то неудобства все равно есть. А сейчас, например, люди с Владивостока не могут смотреть стримы и просят на пару часов пораньше. То есть, ну... Никогда не получится угодить всем. Опа. Нет. Ай, я не хотел. А прикольно было бы, если челленджи были полностью кастомные. С кастомной картой. То есть какая-то определенная карта. Какой-то определенный уровень. Но тогда их пришлось бы продумывать. А это не по Эдмонду и не по этим ребятам. Очевидно. Мне придется с телефона зырить. Я в 15:00 только домой прихожу. Плюс сестра в это время спит. Ну, что ж поделать-то. Это более удобно, наиболее удобное время, по-моему. По крайней мере, мне так кажется. Так, а что у меня, кстати, есть-то? Паук, муха. Ну, в общем-то, ничего нет у меня.
Пин. Два пина. Блин, я не люблю, когда у меня мало атаки. Я просто это терпеть ненавижу. Так, минус один. Ауч. Долбанное замедление. Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. То чувство, когда тебе голову мужику с свайхандером вторгся в фулл хавл. А, хавл. Те, кто носит хавл, это просто уроды моральные, которые не умеют в ПВП. Ну а что, бэкстебами их не достанешь. Дамагом их не достанешь. Магия по броне толстый, по-моему, тоже плохо работает, если я не ошибаюсь. Короче, тут нужно что-то про мамку орать, но мне лень. И я не из этих. Так, давайте. А, нифига не получится у тебя игра. Так, что за пилюля? Range down. Да наплевать, боже мой. Боже мой! Я стреляю так почти через полкарты. Какая мне нафиг разница на ваш рейндж? Блин, магазинов нет, ничего нет. Все плохо, мы все умрем. Ужас. Ужас. На самом деле идиотов в хавале легко убивать. Ну, можно, но долго, блин, они жирные. Можно, блин, и с черпаком игру пройти. Я видел прохождение с факелом. Я видел 40 минут битвы с Вендриком, когда чувак его просто лупил. Без душ гигантов, я имею в виду. Есть видео. Он его 40 минут лупил магией. Восстанавливал эту магию и лупил его опять. 40 минут. Это действительно был вопрос времени. Но, как бы, это можно сделать, но... Ну, нудятина. Так, что здесь? Ничего. Обожаю, где есть ничего. Будешь пробовать ТС онлайн, когда она станет бесплатной? Ну, попробовать-то я попробую. Но, честно, не думаю, что там что-то хорошее. Я боюсь, что фри-ту-плей не то чтобы убьет эту игру, но подкосит очень сильно. Если на нее уже жалуются, они хотят сделать ее фри-ту-плей, чтобы хоть кто-то, видимо, играл. То есть, чтобы какие-то доходы были там от доната, например. Ну, очевидно, что донат будет, потому что там какой-нибудь премиум-аккаунт, может быть. Может быть, ну, в какой-то мере он должен быть, иначе игра существовать не сможет. Как бы они не будут ее тянуть на собственном горбу просто из энтузиазма. Как бы беседка или кто там... Если не беседка делала, то я не знаю, но, по-моему, беседка. А вот, они же не настолько идиоты. Вот, а если будет донат, то вопрос, какой это будет донат. Если это будет донат на шмотки, в чем я, конечно, сомневаюсь, они не могут быть настолько идиотами. Да, но если такой донат будет, то люди играть там не будут. Ну, по крайней мере, не те люди, которые любят чистый, честный вызов. Потому что, ну, блин, никто не любит донат на шмотки. Когда донат просто берет штуку баксов, одевается как может. Идет гнуть все и вся. Если там будет донат с премиум аккаунтами, там, ну, в принципе, с этим я согласен. Но тоже очень тонкая грань есть, чтобы люди с премом не получали больше всего и вся. Прям решительно, ну, разительно больше, чем обычные игроки.
В этом смысле мне World of Tanks как эталон. То есть там тебе, в принципе, ни хрена не дает то, что у тебя есть премиум аккаунт. Вот. Но я очень скептически отношусь к этому, потому что... Как бы, это, по моему мнению, если это тест, то он должен работать. Если он не работает, и они идут на такой отчаянный шаг, шаг действительно отчаянный, потому что... Ну, это факт, просто, это просто видно. Что сначала хотели продавать игру чуть ли не по 100 баксов. Уже не 100 баксов, к сожалению, уже меньше. Там, сколько она там, 2 с лишним штуки надо было отдать, чтобы поиграть в первый месяц, да, то есть игру купить. И потом еще, по-моему, платить какую-то сумму каждый месяц. Вот, а теперь они идут на фри-ту-плей. Это жест отчаяния, определенно. О нет, только не человек-сосед. Я слышал что-то похожее на дрель. Если человек-сосед сейчас включится, то я буду включать музыку. Потому что тогда это надолго. И тогда это испортит всю запись. Шапа. Мне правда нужен дэмэдж шап. Больше я себе попаданий позволить не могу. Скапулар. О, черт. Это не дэмэдж шап. Это совсем не дэмэдж шап. Ни демо-чапов, ни чпяпов, ничего вообще. Отвратительно просто. Как правило, на НГ хайвел вкачивают тупо виталити, чтобы брони смогли одеть хп, это сильно не увеличивается. Как правило, становится легче убивать, другое дело, когда идет уже НГ плюс и дальше. А, по-моему, однохренственно абсолютно. Когда софткап идет, там уже по барабану. Ну, можно перекачаться, но там, по-моему, это не сильно помогает. Собственно, не сильно разницы делает. Но про PvP Dark Souls можно долго спорить. Фаун пилс, замечательно. Так, давай. Блин, не сокрой. Почему магазины-то отключены? В челлендже. Давай. Господи, как медленно. Так, еще одна тушка осталась. Бренная. Да умришь ты уже, господи Иисусе. Так, куда-то сюда, наверное. Я не знаю, я иду наугад практически. Да, но я в PvP в Dark Souls всегда участвовал только в своем любимом сете Дранглика. Но мне чисто визуально нравится. И с клеймером. В расчете на мувсет реакцию. Ну, пинг как бы портил часто все PvP. В частности, с магами. Ты вроде уклоняешься, потом... Думаешь, как вот, вроде молния пролетела рядом, да, там, что угодно рядом пролетело. Но игра считает, что ты столкнулся с этой штукой и приписывает тебе дамаг. Вот, но PvP в Dark Souls это, ну, если не считать, как бы, первую часть, да, потому что там
Там все-таки любой может вторгнуться к любому, там, ну, с небольшими ограничениями, но к тебе всегда мог вторгнуться там детина какой-нибудь перекачанный и убить тебя просто. Во. Так, сейчас. С этим братюней разберусь. Вот, PvP в Dark Souls 2 это самое честное PvP, если не считать вот проблем с пингом. А если не считать проблем, пожалуй, что только с пингом. На. Сейчас я вижу собак. Ах ты ж собака убогая. Да вы издеваетесь. Да вы издеваетесь, мать вашу. И пучий шакал. Just Broscribed. Поприветствуйте, ребята. Шакал. Один. Где остальные девять? Поприветствуйте, поприветствуйте. Чего не приветствуем, ребят? Новый саб, добро пожаловать. Так, я не знаю, блин, меня эта игра просто фрустрирует сегодня, с самого начала. Я готов проходить с таким фаворитом, но без демо-шапов это издевательство. В смысле, ну, блин, нечестно, я просто убить никого не могу, нормально. Ладно, дэмэджапов. HP-апов нет. Магазинов нет. Ни хрена нет, в общем-то. Если задуматься. Все, что я поднял, посмотрите. Это спидап. Один спидап. И... рейндж-ап. Все. Ну хорошо, HP-ап, допустим, есть. Но все равно, блин, это жестоко. Да иди ты нафиг, игра. Ключ она мне дает. Да, на Зиккурат, кстати, на игрушку я эту смотрю. Мне ее Фрол посоветовал. Я ее смотрел еще до того, по-моему, как она в бете, что ли, была. Честно, немножко жаба душит 350 рублей за нее отдавать. Как-то вот... Я боюсь, как бы тут пшиком не оказалось. Я вижу, что она вроде прикольная, но также там есть много жалоб и много рецензий, у которых наиграно всего лишь там часов 13. Многие говорят про реиграбельность, но как бы 10-13 часов это вот... У многих именно в рецензиях именно такое количество времени наиграно за все время. То есть это... Я, как правило, на это тоже стараюсь смотреть, обращать внимание. Потому что это тоже важно. То, что говорит человек в порыве, там, первой пары часов. И то, что он... там даже думает в следующие, скажем, 5. Это совершенно разные мысли бывают. Как у меня с Айзеком было. О боже, эта игра офигительна. А нет, тут есть проблемы, кривые комнаты, хреновые челленджи, бла-бла-бла-бла-бла. Ты сначала радуешься просто то, что игра есть. Потому что ты ее ждал, потому что она тебе дико понравилась. Ты просто любишь ее как бы в кредит. Да, тебе это... Ты выдаешь кредит доверия этой игре. И ты любишь ее несмотря ни на что. Даже если у нее есть проблемы. Но со временем ты начинаешь их замечать. Они выбираются наружу. Ты понимаешь, что она не такая хорошая, но многие рецензии не переписывают. Поэтому у меня есть сомнения по поводу Зиккурата. Хотя хвалят, да. Определенно хвалят. Такой челлендж. Хреновый. 13-й, по-моему. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Вы знаете...
На, блин, не туда. Вы знаете, я, наверное, не буду юзать пилюлю Forgive Me Now, Forget Me Now, или как она там называется. Я не хочу продолбать свою коробочку с пауками. Я, конечно, понимаю, что это шанс, но шанс настолько призрачный. Сейчас по скидке. В смысле сейчас по скидке? Мазикурат скидка? Ну-ка. Кстати, 22 число. Кстати, 22 число. Сегодня выйдет или уже вышел Saints Row. Я думаю, я должен в него поиграть. Да, правда, слушайте, 50% скидки. Я беру. Я определенно беру. За 174 рубля я готов купить. Ну, как бы 350 рублей это тоже, может быть, даже достойно этой игры, но... Сомнения. 8 часов осталось до выхода Get Out of Hell. Ну, то есть, фактически только 23-го мы в нее поиграем. Блин, могли бы хоть... Могли бы хотя бы Shielded Tears выдать. По-моему, было бы... Не, было бы уже нечестно. Ауч. Ну вот, да, насчет других игр, очевидно, возможно, будет Зиккурат. Возможно, поиграем. Как Magic, нет, не Magic, нет. Как Skyrim, Трайн и Painkiller в одном. Ну, ё-моё, я сейчас буду их колупать. Вот почему я не говорю, что мне нужны демедшапы, и вот почему я говорю, что это все несправедливо и долго. Блин, просто миллион лет нужно, чтобы убить одного босса. Причем босс-то абсос. Обычно. Я понимаю, что в этом суть челленджа, но черт возьми, как это долго. Вы не заставите меня любить этот челлендж. Где эта сволочь? О боже. О боже. Да умри же ты уже. У меня сейчас борода до колен отрастет, пока эту комнату пройду. Я смогу прятать в ней котов и женщин. Ура, наконец-то. Один мертв, осталось два. Черт. О, аллилуйя. Знаете, что я хочу давно в этой игре? То, о чем я говорил уже много раз на стримах. Я хочу, чтобы, если в комнате находится много боссов, ну, то есть, больше одного. То есть, то, у чего есть вот такая полоска ХП. Я хочу, чтобы у каждого босса она была индивидуальна. Либо, знаете, как есть такой в битэмапах такой прием, когда ты бьешь какого-то противника, у него у тебя отображается его шкала где-нибудь там слева. Вот очень хотелось бы, потому что с общей шкалой это нифига не понятно, что вообще происходит. Ну, то есть, я бью босса, у него осталось пол хп, у него осталось 2 хп, у него осталось миллион хп. Сколько? Сколько конкретно? Хочется знать просто. Это не даст какого-то большого преимущества, но я буду хотя бы знать, что... Там, особенно когда они перемешиваются, что вот этого вот босса мне нужно быстрее снять, потому что у него меньше всего хп. Ау. Так, нет, я думаю, ну ее нафиг, эту штуку. Она только мешает. Прикольно, но мешает. Оу, oh yeah. Вот на тебя-то я и надеялся, мой маленький красный друг. Ох, слава тебе, Господи, хоть какой-то дамедшап. Секундочку, ребята.
Смольный слушает, блин. Люди любят звонить и звонить в любые вообще самые неподходящие моменты жизни. Ненавижу, когда занимаешься каким-то делом, а тут на нахрен телефон. Не отключишь, жжешь. Да блин, уйди нафиг. Столько проблем создает. В смысле, отсутствие атаки, это столько проблем создает. Некрополис 1. Адверсари. Ты маленький ублюдок. Ура! О, господи, дамаджап. Аллилуйя. По-моему, нифига на атаку это не влияет. Амнейжа. Блин, чё ты игра, чё ты? Ладно, я не буду шариться по этому уровню, давайте пойдем дальше. По-моему, реально вот атака не влияет практически. Какой-то там... Ну это все свое молоко, оно настолько понижает ее, чтобы ее восстановить до нормальных как бы значений, нужно потратить кучу дэмэджапов. Я засмотрелся на маске. Не засматривайтесь на маске. Никогда. Так, что здесь? Я возьму. Я обычно таких напарников не беру, но, блин. По-моему, он того стоит. Range up. Надо же, теперь могу стрелять снова через всю комнату. Как я делал это 5 секунд назад. Не буду тратить здоровье. Думаю, не в моих это интересах. Блин, ну черта ж не видно. Ох, я помню, как я хвалил то, что здесь проклятие тьмы, наконец-то проклятие тьмы. Но, блин, как же это неудобно. Как же оно... Ну, блин. Черт, я не могу делать из этого претензию, оно же работает. В смысле, я могу жаловаться, что оно не работает, но что оно работает. Вот самая странная жалоба ever. Так, отлично. Пацан справился со своей задачей. Ох. Так, ну его нафиг. Я думаю, 5 монет мы заберем. Еще шекель лежит. Так, о нет. Что сегодня за день-то такой? Nvidia, отстань со своими дровами. Господи, как обновишь видеокарту, так какие-нибудь косяки начинаются. Ей-богу. Так, как дела? Нормально дела? А, это как я уклонялся от Адика. От Адика, как вы говорите, я уклонялся очень просто. Потому что у меня дохрена скорости.
Но обычно проще вокруг него круги наворачивать. Хотя эта тактика имеет пару изъянов. Как-то, например, если пауки вам попадутся на пути. Они вам попадутся, потому что он их спавнит. Будет плохо. Будет печально и больно. Больно и печально. Ну, господи, пожалуйста. Спасибо. Да, а так на реакцию. Просто смотрите, когда он поворачивается. Пытаетесь уклониться от этого. Но только если скорости достаточно. Если недостаточно, вы в пролете. Эти паучьи артефакты могли бы давать больше урона по паукам, например. Или меньше. Тоже было бы прикольно. Типа особенность. Я бы их никогда не брал. Ну там не так, чтобы меньше, сильно прям, но чтобы было заметно. Блин, я не пойму, все-таки это дает атаку или не дает атаку. То есть она заметна или нет. Умри нафиг. Да, тем, кто только что пришел на стрим, я довожу до вашего сведения, что со следующего четверга стримы будут идти 15:00 по Москве. Те, кто смотрит на ютубе, тоже запишите себе где-нибудь, пометьте. Следите за анонсами, естественно. Потому что скоро грядет. Грядут небольшие перемены. Это поможет мне и стримить дольше, и... Ну, в принципе, стримить дольше, это, наверное, самое главное. Плюс высыпаться буду. Плюс просыпаться буду раньше. Ну, это не значит, что стримы будут дольше, все, по умолчанию, сразу. Но это значит, что они могут быть дольше. И при этом не идти там в полночь по Москве, например. Ну, как бы, если стрим будет еще и в полночь, да, там, ну, можно будет до полуночи их дотягивать при желании, но это при очень большом желании. Очень сильно не выспаться потом. Не думаю, что это скажется на чем-то, потому что все равно стримы идут в будние дни, ну, по большей части. Все равно у большинства не каникулы в это время. О, боже. Ну, то есть, если брать во внимание, там, школьников, да, там, типа, учеба, ну, или студенты тоже учатся. Вот, то все равно это примерно учебное время. Примерно то время, когда люди приходят с работы. Так что я думаю, в этом смысле ничего не изменится. Блин, я надеюсь, этот... Ой, этот стрим до чрева. Этот челлендж до чрева. Ну что, в противном случае мне... Представьте, с таким дамагом колупать Айзека. Да ужас просто. Кошмар. Просто кошмар кошмарный. Так, секунду, ребят, извините. Постоянно отвлекают. Сейчас... Окей, Айзек любитель, ну, у тебя работа, ну, а у кого-то нет работы. А у кого-то, я уверен, и в 5 работа. Я уверен, кто-то смотрит с мобильных устройств. Ну, я еще раз повторю, что никому, ну как, никому, всем разом не получится угодить.
Как бы, если пытаться угодить всем и каждому, то получится точно что-нибудь очень, очень плохое, возможно, для меня. Я думаю, идеальным стримом было бы... Слышь, моб, ты давай не... Эй! Идеальным стримом, наверное, было бы начинать в 8 утра, там, и заканчивать в 12 ночи. Но... Ну, а чё? Люди с работы там приходят, люди дела свои успевают сделать и стрим посмотреть. Но это было бы плохо для меня, потому что бы я нахрен не высыпался. Самый скучный челлендж, наверное, из всех. Самый долгий. Из тех, что я уже проиграл. Да большинство все равно, ну, смотрите, 6 часов вечера по Москве. В это время, в любом случае, народ учится, люди работают, там, делами какими-то своими занимаются. То есть это не ночь, это не утро. То есть кто-нибудь так или иначе будет работать. И учиться. Так. Идеальный стрим круглосуточный. Ну да. Причем прямиком из дурки. Ну а что далеко ходить? Да? Ну, нервные срывы, все такое. Истощение. Нервное же. Так, помирать будешь? Локи. А, Локи. Чап. Привет, Чап. Чабыч. Не забываем подписываться, ребята, кстати говоря. Дамага нет, пришлось клупать сатану с одним уроном и бримстоун, но это была гребаная тысячелетняя война. Ну, ты из крайности в крайность просто уже. Я понимаю, что у меня типа огромная скорость атаки и можно победить, но вижу, когда так долго все происходит. Это слишком... Слишком долго приходится тратить... слишком много времени приходится тратить на вещи, которые должны проходиться относительно быстро. Я в Genius System, just broscribe. Добро пожаловать, Евгениус. Ах, сейчас тебя брофист в глаз. Держи, брофист, ребята, поприветствуйте. Нет, не старый, новый. Новый-новый саб. Новый сабскрайбер. А тем временем у нас тут смертушка. Нет, кстати, вот сейчас атака неплохая за счет того, что я уголь взял. Уходи, лошадь. Уходи, лошадь, уходи, лошадь, уходи. Блин, а вот жалко, что не было сделки с дьяволом. Иногда задумываюсь, что не было-то. Что не было? Секса в СССР не было. Нет, 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 что-то не то. Стрим был про что-то другое. Так, скидыш. 20 сердца. 10. Если вы поняли, о чем я, вы просто молодец. И память у вас неплохая. Ну что, давайте сдавать вот этому пацану. Я, блин, так и знал. Я, блин, так и знал. Спасибо, блин, большое, уродец. Ты нехороший человек. Мне дали карту. Зачем? Что я тебе сделал, игра? Зачем мне карта? Это, знаете, такой фестиваль самых бесполезных вещей для моего комбо. Я все равно пойду по всему уровню шариться. Я все равно пойду там искать что-то. Чё мне эта карта? Да как карта в пустыне, знаете? Даже если вы знаете, куда вам идти, не факт, что вы туда пойдете. Какие-то хреновые сравнения, забудьте.
камни с пупырками, там это не так различается, чтоб ты знал. Вот, вот это вот, вот этот камень, видишь, дружище? Видишь, у него крестик в правом нижнем углу. Такой едва заметный крестик. Вот. Вот это Tinted Rock. Это вот то, в чем может лежать Damage Shop. Tinted Rock, может быть. Сгусток крови? Что есть сгусток крови? По-английски, пожалуйста, я не знаю русских названий. Так, снова паралайзис. Блин, я бы хотел, ну черт, я бы хотел пойти туда, но не могу. Blood Clot. Ах, этот Blood Clot. Разве он там бывает вообще? Никогда не попадался за 200 часов. Tinted Rock. Ну, может, Tinted Rock, почему бы и нет? Как Tinted Rock, только Tinted Rock. Так, High Priest, Magician, Devil. Ну, Devil, естественно. Magician и High Priest, это все здорово, но... Не настолько. Хотя... Не, вот High Priests я не люблю брать, потому что... Или Priests... Одноразовая. Может долбануть легко по какому-нибудь миньону или тому, что вообще урон не получает. И... Как бы в задницу вы в полной. Как, например, может, например, вот есть маски у вас, да? Вот эти самые любимые всеми маски. Она может по маске просто топнуть и все. А, и не убить ни одного сердца при этом. Но он про такие камни. Да я понял, про какие он камни. Да-да-да-да-да. Я все понял, спасибо. Ну, после, в смысле. Не сразу, но понял, как говорится. Ну, разве там бывает Blood Clot? Ау, блин, вот это тупой дамаг был. Вот это тупое было получение урона, абсолютно тупое. Камни с пупырками. Назвал же ж, блин. Может, убьешь меня, игра? Пожалуйста. Нет? Господи, умереть и воскреснуть можно. Ну, давайте попробуем поискать эти камни, чё. В смысле, чё я теряю? Если там будет Blood Clot, это будет для меня просто... Просто, блин, находкой. Если честно, я в этом не уверен, что там вообще что-то бывает. Ну. Нет, я, пожалуй, лучше там, пацану сдам. Он хотя бы может что-то приличное выдать. Дилемма столетия, на самом-то деле. Что изменилось? Хм, по-моему, дамага стало больше. Немножко. А вообще, вот когда вот так делаешь, получается красиво. Нет, не сюда.
Ну вот сюда. Я надеюсь, что это последний босс в этом челлендже, потому что... Потому что я уже говорил тысячу раз, почему. Какого хрена я буду повторяться? Эй, 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 эй! Игра, ты не там это, не того. Yeah. Hell yeah. Челлендж пройден. Можно было бы, конечно, уйти дальше, но я на этого... На извращенца-то не похож. Ну что же, ребята, челлендж номер, кажется, 13 пройден. И смотрим... А нет, заставку не смотрим, тут же нет заставки. Пройдено.